Почетные гости мероприятия – председатель Краснодарского регионального отделения Союза писателей России Светлана Макарова и заместитель начальника управления культуры администрации Светлана Иоанниди вручили благодарности членам литературного объединения, которые в разные годы работали в редакционной коллегии, поздравили их и пожелали дальнейших творческих успехов. Мы с вами едины в служении Отечеству России, русскому слову. И я хочу, чтобы альманах многие долгие годы радовал своих читателей, являлся стимулом и мотивацией для творчества для анапских литераторов. Я думаю, что страницы альманаха будут предоставлены и лауреатам вашего дорогого нашего Всероссийского литературного фестиваля конкурса. Там будут публиковаться лучшие произведения. В нашем городе живут замечательные, талантливые поэты, писатели, прозаики. Это люди, которые живут и дышат литературой. Они пишут и наполняют нашу жизнь прекрасной поэзией. Спасибо вам, дорогие наши. Мы желаем вам творческих побед. Особо отметили труд главного редактора издания Ольги Хомич-Журавлевой. Она многие годы руководит проектом. Высокие гости также отметили, что «Альманах» является одним из лучших художественных изданий на Кубани, и «Анапа» занимает особое место на литературной карте нашего края. Свои стихи, представленные в «Альманахе», прочли участники литературных объединений «Парус» и «Авангард». Также встречи украсили хореографические и вокальные композиции местных творческих коллективов.